Здравствуйте, Александра. Это видео про ваш объективчик Пиццваль. Смотрите, снимаем крышечку. Вот он установленный чип-одуванчик. Сейчас я вам покажу, как вставлять объектив с одуванчиком в камеру и вынимать, чтобы не сломать одуванчик. Очень аккуратно. Совмещаем красную точку и средний контакт одуванчика на объективе с белой точкой на камере. Немножечко поджимаем внутрь и поворачиваем до защелкивания объектива в его обычном месте. Вот смотрите, я запрограммировал фокусное расстояние 58 мм и диафрагмы от 1,9 до 16. Смотрите, как работать с этим объективом. Вот мы видим рычаг заглушки. Вытаскиваем. Это заглушка диафрагмы. Видите, она без отверстия. Берем, например, диафрагму 1,9. И вставляем ее в это отверстие. Итак, на камере мы выбираем тоже диафрагму 1,9, и здесь тоже 1,9. Вот это вот колечко, вот этот ролик, это резкость, наведение резкости. В камере ставим режим AFS. Точечный замер. Смотрим видоискатель. Выбираем, например, центральную точку фокусировки. И крутим аккуратненько, можно кнопку затвора полностью нажать и крутим колечко резкости, бегунок. Как только резкость будет, вы услышите звуковое подтверждение, световое. Ну и, конечно же, сработает затвор. Снимать лучше всего в режиме приоритета диафрагмы. Если будут какие-то вопросы по использованию, и, соответственно, вы можете регулировать степень закручиваемости фона от единички до 7 вот этим вот специальным кольцом управления БК. Таким же образом аккуратно вытаскиваем объектив. Нажимаем стопорную кнопку на камере, поворачиваем и аккуратно вынимаем. Надеваем крышечку. Вставляем обратно заглушку, крышку. Кладем объективчик в чехол. Сейчас я упакую объектив в картонную пенопластовую упаковочку и завтра утречком отправлю вам. Спасибо за внимание.